все, она сама по себе весит. На ней снега зимой столько лежит, что это. То есть ты думаешь, сейчас она ёбнется, и мы все ёбнемся? Нет. То есть, значит, здесь куча народу лазила. Блин, смотри там, как круто. Где? Вот на этом. Деревья растут. Посмотри, а что это за такое натянутое? Где? Ну, белые крыши. Ну, пластик какой-то. Нет, а что это за фонарь? Временный. Я думаю. Который очень толстый. Ну, какой толстый пластик просто. Я думаю, тут, блин, лифт будет. Фига там бочек всяких разных. Это... Блин, смотри, тоже граффити. Я говорю. Че, весь город как на ладони? Че, она вообще там на соплях, что ли? Вот этот, да. Да? Она за счет собственного веса висит. Смотри, вон видишь, на перилине висит, точнее на уголке. Нет, она вот здесь стоит, а здесь она просто кладена. Да, фонтан стоит. Хуя себе. Ну это должно было быть какой-то. Залезешь? Дашь ей руку? Если сюда вниз посмотреть, можно увидеть, что там несколько этих. Ну это дырка была в крыше для воды, наверное. Возможно, да. А эти для чего? Тоже для воды? Смотри, здесь все. Это крыша. Слышишь, она покрыта рубероидом. А снизу типа вход. То есть сюда должны были заезжать какие-то некие стены. Техника. Типа вагон. Да, и что-то туда отгружать. Там уже все обвалилось. Да. Это больше вандалы, мне кажется, раздолбали. Ну, смотри, вот тут видим, вот сверху засыпался этот, ну, силикат, материал, который используется. Мне кажется, это какой-то комби кормовый должен был быть. Мне кажется, там специальный завод, здесь, скорее всего, была главная эта часть, потому что у нас вход. Вот как раз конечная трамвая, и рабочие шли на работу. Ну это не достроили. А кстати там это, я посмотрела, она держится на или кирпичном. Или нет, разрушили? Этом. Ну да, она никак не пойдет. Она даже если кирпич, она все равно будет провисать. Бетон же на изгиб будет. Это утеплитель, керамзит. Ну как, типа утеплителя, самый дешевый. Пористый камень. Сверху был бетон, а сверху, видишь, рубероид. Поле какое-то. Это мы, которое мы ездили. Да. Вот мы ездили в Константиновку, вот здесь мы ездили. Вон тот коттедж вообще такой реальный стоит. Вот мы до самого порта, до Южного, и потом вылезли в Лембу в прошлый раз.
дерево такое солидное, да? Борется. Корни туда дало. Чем оно питается, да? Чисто керамзитом. Да нет, тут видишь, есть песок. Да, я имею в виду, что насколько оно. Как там в теории? Выживание. Каждый год тебя пыли падает там сколько слой на сантиметр. Сюда, везде? Как мы среду. Она же там просто пыль, что это такое космическое, она же не гумус. Просто там всякое железо, камень. Знаешь, вселенная возникла из пустоты. Вот я только вчера про это как раз читал. Энергия, пустота. Как вот это возникло из пустоты, как там растет. Так, ну что? Она питается другой пустотой. Заносит все-таки, да, надо двигаться. Да, кстати. Слезать не так страшно. Там к 11, к 12, дети уже будут хорошие. Да, но здесь, конечно, вот так съехать туда. А там не остановиться будет, да. У тебя что, тормоза пачки, правильно? У меня еще тормоза. Я говорю, мне надо новые рельсы. У меня, слава богу. Если бы там была ровная дорога, да, еще бы туда бы, далеко бы. Здесь бы просто катались бы. Не, если бы там был трамплин через эту яму, и не было бы рельса, было бы веселее. Представь, справиться с этим страхом. С первого прыжка. Представь, потом в больнице лечить. Нет, ну ты можешь поставить велик и съезжать на тормозах потихонечку. Раз, съехал на тормозах, два, съехал, только быстрее, побыстрее. Да не, реально, например, вот страх, даже такая серьезная кошка, долго с ними бороться. А что будет, если хороший трамплин, то это вообще... Я придумал, что надо сделать. В смысле, подлететь страшно? Ну блин, ну что, на полметра хотя бы. Можно оттуда посрать сверху. Во-во-во, тоже спрашиваю. Только раз пытался, пока не могу. Прости. Я говорю, можно оттуда посрать сверху. Покоряем новые... Точно. Точки. Я знаю, как эти деревья тут выросли. Кому-то приспичило посрать сверху. Наоборот, наверху, здесь прям. А что, Вань? Скрести струй. Скрести струй на бурденштах. Знаешь, как вверху было соревнование, чья какашка мышление. Там еще же подземные какие-то коммуникации.